11 лет. Где Аня? Аня здесь. Анюта! Аня здесь. У нас ЧП просто. Мы хотели рассказать про плюсы профессии, так как у нас будет скоро стартовать курс, и мы не можем войти в прямой эфир именно на новом аккаунте. К сожалению, придется здесь. Мы его сохраним, чтобы девочки, кто заинтересован, могли зайти и его пересмотреть. Не читаю, я уже хотела где-то отписаться. Покажись, Украли. Я тут, все хорошо, ребят. Так, ладно, давайте я расскажу о себе. Я Валерия Ларик, бьюти-индустрии более 11 лет. Да? Я мастер, тренер, наставник по наращиванию ресниц и по перманентному макияжу. Прошла тысячи, много очень обучений, вложила в свое обучение более 4 миллионов. Да? А теперь... И на словах, и на деле. Да, пришло время до нового старта, так сказать. Я хочу передавать новые свои знания, да, чтобы было больше очень хороших мастеров, потому что все-таки мастеров хороших очень мало. Сама по себе знаю, потому что ни ресничников, ни перманентщиков очень мало вообще. Так. Девчонки, кто хочет, в общем, давай, садись. Сейчас, ты не читай, ты сначала расскажи, потом мы на вопросы отвечаем в конце. Расскажи просто. Я запуталась. Не переживай, нервничай. Расскажи, что будет на обучении. В общем, у нас на обучении будет, скоро будет стартовать курс. Курс по наращиванию ресниц и по перманентному макияжу. Также плюс будет наставничество. Есть несколько пакетов. На новом аккаунте есть ссылочка. Вы можете зайти и посмотреть. Именно у нас стартует курс именно онлайн. Да? Также можно онлайн обучиться, и вы уже можете при этом брать клиентов. Будет бессрочный, во время обучения будет бессрочный чат поддержки, то есть моя поддержка, Анина поддержка будет, да, будет курс стартовать, будет идти будет 3 месяца. По окончанию курса вы получите 2 сертификата на английском и русском языке. По перманентному макияжу вы также получите диплом. По окончанию курса мы с Аней для вас проведем выпускной, очень будет классный, да, который Аня организует, будет очень классный выпускной, который вы не забудете никогда. Давай присоединяйся ко мне. Начинается, украли меня. Я хотела в сторонке посидеть сегодня. Приветики. Ой, мы что, без фильтров? Ну, хоть люди меня увидят без фильтров. Ну, садись, присаживайтесь. Короче, ты не читай, потому что ты будешь сбиваться. Это человек, который Инстаграм, опыт. Сначала рассказывай, а потом уже на вопросы поотвечаю. Что не видно. Так вот, короче, Лера не хотела проводить никакие курсы. Это не человек, который пришел ко мне на рекламу, на пиар-аккаунт, там мы написали: «Здравствуйте, прорекламируйте нас», или там «Давайте сделаем запуск по курсу». Это человек, который вы знаете уже очень давно, во всех моих сторис, мы отдыхаем вместе, мы с семьями дружим. И я просто сама делаю у нее перманент, сама делаю у нее реснички, вот все это ее. И она реально очень круто обучает. Мы один раз сидели в ресторане, где она там общалась, отучилась с ученицей, и я слышала, как она с ней общается, как она прям доводит до результата. Не было таких, знаете, ой, блин, там отвлекают меня. Нет, она все бросила, она начала помогать ученицам. Это очень круто, то, что человек отдается полностью работе. И я знаю, что она профессионал, потому что она реально 11 лет херачила. Как нормальная девчонка, как мы любим. Но она хочет передать свои знания, чтобы люди за 3 месяца узнали то, что она 11 лет ездила по всем городам, по всем странам, вот это вот все изучала и набивала руку. То есть она за 3 месяца сделает вот из вас уже профессионалов. То есть и ресницы, также и перманент. Потому что она реально очень крутая в этом. И очень ответственный человек. То есть не будет такого, что вы пришли на обучение, и обучение вам просто кинули видосики, и все. Нет, то есть она всегда с вами на поддержке, она все разжевывает, объясняет. Никто не уйдет с мыслью, типа, мне это не надо, мне не понравилось. Я уверена на 100%. Так что Лера сейчас вам расскажет, что будет на обучении.
Очень большой плюс то, что у нее сертификаты, дипломы, все официально. Вы сразу можете устроиться на работу в салон, вы можете работать на дому, вы можете работать в разные точки. Если вы там сегодня живете, грубо говоря, там в Ростове, завтра приезжаете в Питер, вы всегда берете с собой эту работу. Это огромный плюс. Потому что есть такие работы, когда мы привязаны к городу. То тут вы ни к стране, ни к городу не привязаны, это очень круто. Плюс у нас вот, у меня, как у обычного человека, я не знаю, не знала, не разбиралась, да, что такое наращивание ресниц и перманент. Я говорю, вот сейчас как есть. То есть я у Леры вообще, почему все это началось, почему я предложила ей сделать это обучение с 50% скидкой, даже почти больше 50%. Потому что мы с Лерой начали говорить, я говорю, Лер, откуда деньги? Вот честно, потому что квартиру купила, там, машину купила. Каждый день дофига тратит, мы только там в ресторане десятку, 11-12 стреляем. То есть мне очень странно, почему человек, который наращивает ресницы, есть такие деньги. Я говорю, у тебя есть мужик? Она говорит, нет. И она говорит, что все на ресницах и на перманенте. И это реально, как бы, реально человек, который реально зарабатывает хорошие деньги. И почему этому не научить ни Валберес, ни Озон, ни вот это продюсеры и так далее, которые каждый день, да, у нас фигурируют в Инстаграме. А реально вот такие профессии, которые, ну, нужны каждый день. И когда, если Инстаграма там не будет или еще каких-то соцсетей, вот она вам прекрасная работа, наращивание ресниц и перманент, которые никогда не уйдут из моды. И плюс, для меня реально, я думала раньше, что реснички там кто делает, ну, 30 тысяч в месяц зарабатывают. Вот Лера говорит, сотку спокойно, да, можно, да, и больше? Больше, конечно, больше можно. Вот. Да. Это же сарафанное радио, то есть пришла девочка, пришла к подружке, сказала, что она сделала ресницы у Леры, так как у меня даже получилось. Я пришла к Лере, мне очень понравилось, я привела маму. Моя мама привела тетю Наташу, мамину подружку, потом тетя Наташа привела свою подружку. В итоге вот от меня только 5 человек, грубо говоря, пришло там, да? Я рассказала в Инстаграме о Лере, там еще 150 человек пришло к Лере. Да. То есть вот так это работает, и тут, по сути, соцсеть-то не нужна. Тут вот старая самая удобная просто схема. Все, рассказывай дальше. Да. На самом деле профессии очень крутые, действительно. Вы можете в любой точке мира, в любое время, да, работать. То есть вы будете сами график себе устраивать. То есть хотите одного клиента, хотите 2, 3, 5, ну, в общем, да. И при этом зарабатывать денежки, да. То есть на курсе будет конкретно очень много. Смотри. Где-то там не хватает специалистов. Мы выезжаем! В Питере, на самом деле, я полтора года... В Севастополь таких сельцев не хватает. Не хотите? В Севастополь? Не хотите? Выезжаем. Давайте вы. Давай вас проезжаем. Я поехала наращивать Севастополь ресницы. Да, вы лучше приезжайте, заходите на наше обучение. И действительно, на обучении будет, да? А вот тебе там благодарят, тебя кто-то там, кому-то, кого-то учила, твоя ученица зашла на УИД. Так, будет очень множество обучений, этих видеоуроков, то есть как с ракурса какого брать, ставить ресницы, клеить и так далее и тому подобное. Да, будет... я же тут... Испугалась? Нет. Я сбиваюсь. Тогда сбиваюсь на самом деле, поэтому, в общем... Что будет на ресницах? Сначала начни с ресниц. Что будет на ресницах? Что будет? На ресницах. Видеоуроки, что еще? Да, у нас сначала будет, у нас будет видеоуроки по каждому блоку, очень много блоков, то есть будет история, да, как создавались ресницы, то есть будет... Как подбирать, да? Как подбирать эффекты, на какие глаза, да, на какую, ну, то есть всякие разные, в общем. Можно я зайду и посмотрю, потому что я что-то забиваюсь? Нервничаю, да. Что нервничаешь? Я просто никогда не заходила. В эфир? Реально? Нет, так нет, не выходила. Поэтому для меня это что-то новое. Ты путаешься, да? Да, да. Я тоже так раз выходила. Да? Угу. Нервы, кажется, что я ошибку скажу, что переживать. Угу. Будет смеяться, что-то не так подумаю. То есть на программе курса именно по наращиванию ресниц у нас будет, да, организация рабочего места, да, дезинфекция, санпин, правильный подбор материалов и инструментов, да, строение глаз и натуральных ресниц, эффекты, да, как мы подбираем каждому клиенту, постановка руки, безболезненное снятие искусственных ресниц, да, противопоказания, работа с клиентами, да, какое ценообразование, то есть
как лучше для начала вам какой ценник выстраивать, да, то есть все это будет рассказывать будем на курсе, да, психология с клиентом, то есть как мы общаемся с нашими клиентами, да, ты хорошо умеешь. Как вести, как вести клиентскую базу, это тоже очень важно, да, чтобы у вас заработал сарафан, сказать, да, это бесплатные и платные способы продвижения, да, будет бессрочный чат поддержки, где вы в любой момент можете зайти в этот чат поддержки, можете спросить какой-то любой вопрос, то есть по работе, не по работе даже, да, там, что-то там с психологической точки, да, момента, там, боитесь, не боитесь, то есть это все мы будем вас поддерживать и рассказывать, как и что. Также именно по наращиванию ресниц в подарок будет у вас урок по архитектуре бровей плюс ламинирование ресниц и бровей. Это тоже очень классный бонус, как дополнительный заработок. То есть, То есть это типа уже другое. Ламинирование это вообще другое. Да. То есть дополнительная услуга. Вы не просто будете уметь наращивать ресницы, а будете уметь делать очень тоже востребованная процедура ламинирование бровей. Очень много делают. Получается, делать. Человек пришел, сделал, грубо говоря, ресницы за 3000. И там добавил ламинирование бровей, уже за них больше. Да. По перманентному макияжу, в принципе, то же самое. То есть будет знакомство с профессией, да, кому нужен вообще перманентный макияж, потому что многие люди, старые стереотипы, да, боятся перманентный макияж, вот как раньше делали, там синий до мозга, не знаю, костей пробивали, вот этот татуаж, да, и многие боятся, думают, что... Или тоненькие вот эти. Да, и многие думают, что они будут навсегда. На самом деле уже все усовершенствовалось, да, и техники, и пигменты, и так далее, и тому подобное, да, то есть все это буду рассказывать на курсе, да, все о коже, то есть строение кожи, типы кожи, противопоказания, да, какое необходимое оборудование нужно, то есть, да, какие иголки, аппараты, все это будет. Колористика – самый важный момент, самый важный блок. Да, колористика, то есть какие по цветотипу, какие мы брови будем делать, да, то есть какие губы будем делать, то есть это все тоже будет на курсе. Будет очень много домашних заданий, я с вас не слезу, я буду... Не надо так говорить, слезешь. Я буду у вас, Деталова, так сказать, с вами, будет очень много домашних заданий. И будет очень много обратной связи, то есть не будет так, чтобы вы, знаете, заплатили за курс и все, типа, там, и посмотрели уроки, нет, такого не будет, будет обязательно обратная связь, то есть... Ну, честно, она так говорит, я уже сама хочу. Да, у нас будет отработка штрихов сначала на бумаге, потом на латексе, потом на манекене и на модели. Потом на мне. Так, Таня, потом после курса, 10 бровей. Да. Также к этому курсу я подготовила для вас один бонус, да, это урок также по ламинированию бровей и окрашиванию бровей. Также будет осветление некачественного татуажа. У тебя дофига профессий там будет. Да. Наращивание, ламинирование, перманент и еще и наставничество. Наставничество и осветление. То есть вы также можете, да, очень много также со старым некачественным татуажем ходят люди, да, вы уже будете уметь удалять. Это еще одно. Да, это осветление некачественного татуажа ремувера. Мы научимся делать пудровые брови, да, в новых популярных техниках, да, на напыление будем уметь делать губы в акварельной технике. Вот да, губки у нас будут в акварельной технике. И сделаем воздушную межресничку. Также у нас будет бессрочный чат поддержки, будет диплом образовательного учреждения, да, КИДО у вас будет. Также два сертификата на английском и русских языках. Это отдельные у нас, получается, курсы. Также есть курс наставничества, да, где у нас на каждом пакете обучения мы будем с вами каждый месяц встречаться. Это личное типа обучение уже? Так? Да. Да. То есть мы будем разбирать с вами, то есть 3 месяца у нас будет в формате онлайн, да, 12 видеозвонков у нас будет, да, либо в Telegram, либо в Zoom, там мы это разберемся. То есть где мы будем с вами разбирать
все, в общем, будут разборы по вашим страничкам, как вести соцсети. Ну, в общем, все будет, да. Также к бонусам у нас будет 30 тем, сразу же мы подготовим для вас 30 постов, чтобы вы уже могли, потому что многие не умеют вести свои соцсети, не знают, как двинуться. Ну, есть, да, такие мастера, заходишь, смотришь первую фотографию, говоришь, спасибо, я к ней не пойду, есть такое. Да. Я научу вас продавать вот эти вот услуги, потому что перманентный макияж, наращивание ресниц нужно уметь все-таки тоже продавать, да, через любовь, полюбить эту профессию и продавать. Вот. Также вы донесете, да, у нас очень много будет уроков, донесете ценность своих услуг, также и себя как мастера, да, выстроим с вами воронки продаж на свои услуги, узнаем техники работы, да, с клиентской базой, которая обеспечит прирост дохода. То есть также будет блок маркетинга, это личный бренд, что такое личный бренд, анализ соцсетей, распаковка уникальности, визуал, продвижение, платные, бесплатные. Также будет нейросеть у нас для умной ленты, да, чтобы вам легче уже было, так сказать, вести соцсети. Будет ретушь у нас, я вас научу, как обрабатывать фотографии, потому что многие не умеют это делать. Именно вот эти зоны, когда они четко губы делают, там, фоткают. Да. И есть, естественно, у нас пакет комбо, то есть это ресницы плюс наставничество, либо перманентный макияж плюс наставничество, то есть 5 пакетов. У нас на страничке, я тут сейчас добавлю. А, добавишь, я, короче, да. Шапку профиля добавлю, сайт, вы можете сами почитать, все посмотреть. Да, вы можете. То, что Лера что-то переживает, боится моего инстаграм. Да. Моих людей. Так, что нам еще рассказать? Я выпускной хочу, мне вот все, я выпускной жду. Да, очень будет крутой выпускной, который вы никогда не запомните самой нашей Анечкой. Я организую дом, где мы будем ночевать, где мы будем танцевать, петь караоке, будем вручать сертификаты, дипломы, в общем, будет круто. Очень будет круто, да, и на самом деле... И душевно, и по-семейному. Да. За 3 месяца вы научитесь уже принимать первых клиентов, не боясь, без страха, это все будет на курсе, все мы будем... Какая ты красивая, нет, пишет. Да тебе. Вот. Что я хотела еще сказать? Я, кстати, без фильтра, девочки-мочки. Потому что он не попадает на меня даже. О, Яна Тверская, приветики, подружка моя. Привет. Все твои подружки мои подписчики. Да. Она с Омска. Да? Да. В Омске живет. Мы вчера в парке так гуляли, когда мне подходили других. Других. Так что вам еще рассказать? В общем, если есть какие-то вопросы, вы задавайте, пишите на той именно страничке, потому что, чтобы Аня здесь не запуталась. А я тут даже не увижу, тут 1000 сообщений в минуту. Да, здесь 1000 действительно сообщений. Вы пишите, переходите на тот аккаунт, Аня его сейчас выставит, и задавайте вопросы. То есть мы всегда на связи, всегда ответим. Девочки, вы обворожительные. Янчик, спасибо. Короче, суть очень простая. Человек здесь сидит. Это первое, давайте по факту. Не человек, который пришел ко мне за рекламой. Это не курсы за бабки, которые я продам, лишь бы втюхать. Это курсы не про то, чтобы бабок срубить, а курсы, где я уговорила ее это сделать. Потому что мы с человеком дружим и общаемся на эти темы каждый день. То есть сколько она зарабатывает, какие у нее там курсы, как она обучает, все это вижу. У нее только недавно вот был выпускной, она девчонкам сертификаты вручала. То есть человек хотел летом кайфануть, отдохнуть, и ей не до курсов. Я ее реально уговорила, говорю, у меня есть подписчики, давай девочкам поможем, давай сделаем там ценник. Она всегда делает там 70-67-60, это ресницы, она там онлайн ведет обучение. Она мне, вот, мне вам за 30 сделала. Я реально уговаривала, это, ну, я не знаю, 3 месяца обучения, сертификат, профессия вам, и вы уже можете во время обучения идти работать. Вы даже можете взять там свою подружку, на стол ее закинуть, ладно, что, и наращивать ей ресницы. Я бы так делала. Все. Да, на самом деле, вы уже, когда первых клиентов возьмете, да, то есть во время обучения, кажется, и очень,
азарт, да, включится, и вы очень быстро его окупите. То есть все про, помимо техник, будет, конечно же, все у нас про оборудование. Я буду рассказывать, где, как, что взять, то есть все магазины вам скину. Очень хотела, чтобы ты сказала, как тебе государство деньги дали. Да. Ой, представляете, да. Деньги дали на да. Открытие студии. Да, да, да. О, Маша, как нам упадет снова. Зая, ты на выпускном там будешь. Хотя ты учиться не будешь, но на выпускном ты будешь. О, представляете, какой выпускной будет? Я, Маша и Лера будем. Да. Маша, вручать будем с тобой сертификаты. Зай. Давай начнем 30 июля, с дня рождения моего. Я вам расскажу также на курсе, потому что я сама лично это проходила. Как заработать... Ой, да господи, заработать. Как... А, ну почти. Я готова, Маша. Все, Маша с нами на выпускном. Так, это прекрасный вечер будет. Походу на неделю выпускной затянется. Короче, что, скажи, про ей, короче, да, дали государству деньги на студию, чтобы она... Да, на первоначальный, получается, у нас есть от государства поддержка, да, для малого бизнеса. То есть вам не обязательно открывать ИП, вы можете просто быть самозанятым, и вам государство даст вам 350 тысяч. В этом бизнес-плане я вам помогу, как его заполнить, куда идти, в общем, все-все-все расскажу. На эти денежки вы уже можете будете купить и оборудование, там, все-все-все, и ресницы, потому что это очень классная поддержка. Когда я начинала в 2011 году, мне всего лишь тогда дали 58 800. Ксюха, ты не хочешь? Ксюш, привет. Сейчас 350. Ксюш, иди к ней на перманенты, на реснички. Сейчас дают. Будешь мне делать тоже. Когда Лера будет занята, Ксюша будет делать. Я всех подруг сейчас подключу, чтобы Лера уехала в Сахалин, а я вон, будешь ты мне делать. Я тоже научусь, буду тебе делать, Ксюш. И Маше сделаю. Да. Вот, и 350 тысяч – это очень хорошая сумма. Даже если вы захотите арендовать кабинет, вы можете также распланировать эти денежки на уже кабинет, даже на целый год. То есть все это я буду обговаривать, ну, то есть вам объяснять, рассказывать, куда, что идти, и в общем, чтобы вам дали 350 тысяч. Ну, это очень круто. Это я, очень, честно, я даже никогда не слышала такого вообще нигде, ни одного мастера. Да. То есть тебе прям вот реально дали 350 тысяч, ты уже сняла помещение, купила оборудование, все, ты уже работаешь. Нет, мне, я сейчас-то ИП, они могут самозанятые, а я когда в 11-м, тогда, ну, я говорю, спрашиваю. тогда давали очень мало, и мне дали всего лишь 58 800. И ты на это все равно открыла? Конечно, я закупилась, просто закупила ресниц на год вперед, и я спокойно работала на этих ресницах, зарабатывала, потому что все-таки себестоимость процедуры ресницы, да, стоит 250 максимум 300 рублей. Вот они, и секретики, девчонки, слышали? А зачем мы 3000 платим? Ну, не надо обесценивать свой труд, потому что это обучение, это повышение, это свое здоровье, да, это помещение. Да, да, это все в совокупности, конечно же, мы, так сказать, должны все-таки нормально зарабатывать, хорошо. И не обесценивать хорошо, свой труд. Вот сколько вот человек в день берет примерно на ресницы, даже не будем сейчас пока перманент, по ресницам говорим, потом по перманенту, чтобы люди понимали, сколько в день можно на ресницах зарабатывать. Ну, с одной, ну, например, если в среднем ценник мы возьмем, ну пусть будет. По Москве, по Питеру. Да, средний ценник, давайте 2000. 2000 это нормальная цена, абсолютно вообще средний ценник там на 2D, на салонах. В салонах все 3500 и 4. Да, 3500, 4500, конечно же. Вот, ну, вы можете по 3 клиента брать в день, допустим, да, и вы уже там 5-6 тысяч в день спокойно можете зарабатывать, то есть не переутруждаясь. У меня девчонки так и работают, мои, то есть девочки. Да. То есть мои в команде, у меня, потому что на Сахалине свой салон, девочки работают, зарабатывают и благодарят меня. Спасибо им тоже, что мы сотрудничаем. В общем, вы можете очень хорошо зарабатывать. 6 тысяч в день. 6 тысяч в день. У меня вот, давай, например, у меня вот знакомая, на 15. Знакомая, которая девочка тоже наращивает ресницы, у нее процедура трешка в среднем, потому что там 2D, 3D, все равно ценник разный. Вот она берет 4 клиента, она 12 в день делает всегда. Вот мы с ней общались. Это же нормально, 12. Да. Она просто уже профи. Да, если это вы там уже руку набили, делать это все за полтора часа, вон как Лера. Зашел, вышел. Ну, я, конечно, когда прихожу в час, ухожу в 6, потому что мы 5 часов болтаем. Да. Да. Вот.
Да, вы можете, допустим, брать по 2-3 клиента в день, по 15 дней в месяц работать. Не и... месяц, да? То есть половину. Да, да, наполовину можете по 20 дней. Ну, то есть, как вы хотите, вы спокойно можете там 50, 100 тысяч, 200, 300 зарабатывать. Это будет все зависеть от вас. Но, естественно, на наших курсах мы будем рассказывать, как коммуницировать с клиентами, да, то есть как наращивать клиентскую базу, да, платные и бесплатные способы, то есть как зарабатывать. В белорусских рублях сколько будет курс? В белорусских рублях, сейчас скажу. Сейчас я посчитаю. Кстати, да, пожалуйста. Могут же из любой точки. Да, кстати, у нас есть, вот, самое главное. Скажи людям, сколько в белорусских рублях. У нас есть рассрочка. Рассрочка есть из разных банков. Помимо банка Тинькова есть много банков, и также у нас несколько стран. То есть любая страна может? Нет, 5 стран. Я не помню, Беларуси есть, нет. Ну, в общем, сейчас я посчитаю. Белорусский рубль, да? На самом деле это очень дешево, потому что она мне сама говорит, я ездила там за 300 обучалась, за 400 обучалась, за 500 обучалась. А тут она сама за 30 преподает. То, что она реально тратила деньги, ездила, летала, оплачивала себе билеты в другие города. Она куда-то не летала. Она реально постоянно куда-то летает. Она постоянно куда-то летает. Оплачивала билеты, оплачивала отель, оплачивала себе обучение. А тут она за 30-ку все. Это круто, правда. Я очень благодарна, что она так делает. И если вы пропустите такой шанс, это очень будет глупо. Потому что если вы реально ищете чем заняться, вот, перманент наращивание ресниц. Перманент намного, кстати, денег побольше будет, чем ресницы наращивать. А у меня телефон там, второй там лежит. Я могу выйти, посмотреть. Короче, ладно, не суть. Давай дальше. Как посчитать? Давай, разговаривай. У нас есть, да, рассрочка, вы можете, то есть на сайте, вы зайдете на сайт, почитаете все, если есть какие-то вопросы, вы пишите, мы с вами свяжемся, можем созвониться даже, да, я вам все объясню, вот, и там есть кнопочка, есть рассрочка, захотите рассрочку, возьмете рассрочку, захотите оплатить сразу, оплатите сразу, то есть. Так, что нам еще, что еще сказать? Про бизнес ты расскажешь, как про бизнес, да, все, как все расскажу. Деньги у государства взять на бизнес. Про рассрочку ты сказал. Да. Расскажи чуть про перманент. Если на ресницах от 100 до 300 зарабатывают, то сколько будет на перманенте вообще? И самое интересное, вот эти ниши, да, ниша бьюти индустрии, вы не просто можете быть мастером. Вы можете, на какой сайт будет проходить обучение? На каком сайте будет проходить обучение, это у нас будет приложение GetCourse. Это все я расскажу вам. GetCourse, приложение, вы его скачиваете, там у вас будут все уроки. Также, кстати, по каждому, по ресницам и по перманенту будет еще учебное пособие, где вы его можете распечатать. Так. Российский 30, 1119 белорусских рублей. 1119. Ну, белорусский рубль, 1119. Вроде бы так вот. Короче, ну, не про перманент расскажи, Люда. Перманентный макияж, да. Я вас также научу все это делать. И вы изначально уже сможете брать клиентов либо за 3, либо за 5 тысяч. Не нужно обесценивать будет свой труд, и не нужно за 1000 брать за там изначально, там, да, как вот эти вот делают многие. Вот эти мастера. Ну, да, какой-нибудь это... мастер сидит, который за 1000 перманент делает. А сколько доступ? Доступ до года. Доступ до года. Они могут... Да, вы можете... Что забыли, посмотреть? Конечно, да-да-да. В любом случае, также будет и чат поддержки, где мы будем вместе с вами. И Анюта будет тоже, да, мы вместе с вами будем постоянно я сидеть там на связи. Я там могу, привет, как дела? Это конечно, добро. Да. А доступ будет до года, до 12 месяцев. И на перманентном макияже, да, вы можете зарабатывать тоже там, ценник. Приветик пишет, приветики. Не отвлекайся. Аня, ты самая распашная. Ты не на опыте, читай, рассказывай. Сбиваешься. Да, сбиваюсь. Про перманент. Про перманентный макияж, допустим, да, возьмем средний ценник в России, да, 5000 рублей. Вот с одного клиента, да? То есть... Дошь, это средний какой-то... А, ну ладно, средний... я просто хожу 5... не туда. Да, 5-7 тысяч. Профессионалом. Да. 5-7 тысяч вы можете в день одного клиента брать, и все.
То есть у вас и классно то, что вот как да. Она, например, завтра я говорю, поехали на катер, покатаемся. Она говорит, хорошо, потому что она себе начальник. Она хочет завтра, не берет никого. Не хочет, там, идет, пахает, пахать на период 4 клиентов, денежку заработала, все, потом выходной. То есть вот это вообще классно, то, что ты можешь за 2 недели на отпуск заработать и на 2 недели улететь на отпуск. Да. Вообще классно. Да. Так же, ни от кого не зависишь. Да, да, да. А перманент? Перманент. Получается, 5 тысяч можно с одной процедурой. А человек иногда приходит и на ресницы, и на брови. Это 10. Плюс кто-то пришел на удаление. Удалить брови и сделать брови новые. То есть это круто. А если 2 подружки пришли, это уже 20 за день. Да. Ну, то есть я почему и начала это все говорить, потому что для меня все это казалось очень мало. И спина болит, вот как Лера. Я думала, что все, кто делает перманенты ресницы, они ходят так вот горбатые. У них, знаете, в аптеке есть просто бесплатно уже выдают лекарства. Но нет, нормально. Она и танцует. Знаете, как она танцует? Я с ней в клубы хожу, ну, ходила пару раз. Да. Она там такая, уху, то ничего не болит вообще. Ладно, сейчас я приду. Давай. Поболтай. Ой, там кто-то задал вопрос, где берете поставщиков. Как понять поставщиков? Каких поставщиков? Ресницы. Это все я вам буду... А тоже на курсы скажешь? Да, конечно, я вам расскажу, покажу, господи, скину вам магазины, где вы можете заказывать. То есть, подешевле, подороже. Где-то подешевле, да, где-то подороже. Все, вот, Яна. Янчик угорает. Где вы сможете покупать весь материал? Ходят на массажи все бьютики, чтобы спину не угробить. На массаже мы ходим на йоги, на танцы. Ну, в любом случае, это даже и не бьютиком нужно ходить. Это нужно ходить всем, поверьте мне, чтобы быть молодой и красивой. Я не бьютик, но я еле передвигаюсь, потому что у меня ребенок 22 килограмма, я его таскаю, у меня уже нет сил. Так что лучше буду наращивать ресницы и деньги заработать. Да. Ну, короче. Что еще рассказать вам? Перманент, сколько в месяц, получается, можно делать? Перманент... Ну, допустим, в среднем 5 тысяч, да, ну, в день, ну, 3 клиента по 15, да, ну, на 15 дней, 15 на 15, сколько, ну, 300. Смотри, сам прикол в том, что я заметила, ты говоришь 300, 500. Именно всегда про 15 дней, а если человек хочет работать 30 да. Может 30 дней работать, если... человек, вот я пока вот до последнего. Ну, вот как я тоже работаю. Я не могу, чтобы мне там было, я лучше поработаю хорошо, заработаю хорошо, а потом отдохну. Да. Из-за этого я редко показываю свою работу. Спокойно вы можете на процедурах, допустим, первоначальная сумма, какая нужна на расходник. В пакете, кстати, перманентного макияжа уже будут в подарок идти блок, машинка, 1 латекс и 1 пигмент. А, то есть ты подаришь? Да, да. Это когда офлайн? Угу. Нет, и онлайн тоже. А ты отправишь им? Да. Почта России? Да, с деком, либо с деком, либо почтой. Блин, так никто не делает, но я уже для вас сделала, да, чтобы вы уже могли отрабатывать. Она уже машинка у вас будет, вам не нужно будет покупать ни машинку, там только останется картриджи, иголочки, и все, и вы уже начнете отрабатывать. А на первоначальную базу, как он называется, стартовый набор, там немного нужно. Сколько? Немного. Ну, примерно... 10 тысяч. Также стартовый набор на реснички тоже, ну, около 10, там, 7, даже 7 где-то тысяч. Это немного. Хватит, ну, чтобы учиться, уже работать. Потому что кто не знает, подписчики, я как интервью веду сейчас, стою и в нее вопрос задаю. Кто не знает, я по профессии стилист-парикмахер. Я училась здесь, в Питере, 3 года на стилист-парикмахера, и я в то время, когда училась, манекены, шампуни, расчески, ножницы. Это капец, как дорого было. Я помню, у меня одна голова была испорчена, за новой поехала. Очень много красок, потому что я блондин, любила с черного в белый учиться переходить. Очень затратно. А тут 10 тысяч, это вообще смешно, реально. На стартовые наборы там немного нужно денег. Это все я буду тоже вам рассказывать. Давать магазины, где-то вы можете даже на ВБшке заказать, там, либо на Озоне тоже. Ну, то есть по материалу я буду все говорить вам и рассказывать, какой именно материал нужен, да, то есть не какой-то там за, не знаю, там, какие-то копейки, там, не знаю, китайские, нет, именно хорошие материалы.
То есть я работаю на премиумных материалах, я не работаю, никому не советую на китайских работать вообще. А не дай бог что-то случится. Mm-hmm. Аллергия, глаз. Это все мы будем тоже рассказывать. Я буду про противопоказания, аллергические реакции, то есть как коммуницировать. В общем, есть у вас вопросы? Нет? Может быть, нам заканчивать? Если... Давайте сделаем так. Переходите на тот аккаунт, сейчас Аня его выставит. И если у вас есть какие-то вопросы, давайте мы с вами спишемся, либо созвонимся и уже непосредственно все объясним вам. Да? То есть вы также можете зайти на сайт и посмотреть все там. Сайт мы в шапке профиля будет на странице. Сайт будет в шапке профиля. Там все, все, все подробненько расписано. Нет вопросов? Нет вопросов. У матросов нет вопросов. Давай, нет. Сейчас. Все. Сохраняю эфир. Оставляю в шапке профиля сайт.